Деньги не пахнут. Антимонопольная служба разоблачила сговор двух предпринимателей во время торгов. Фирмы поделили между собой муниципальные контракты на обслуживание биотуалетов и ремонт ливневки. Антимонопольщики установили, что обе компании подавали заявки с одного компьютера с интервалом 4 минуты. В ходе аукциона они не снижали стоимость контракта, хотя могли. Мы выявили такую схему, она называется «ротация заявок». То есть, когда муниципальный контракт распределяется между участниками торгов по максимально возможной цене. Было установлено, что при участии этих компаний в других торгах, когда они участвовали самостоятельно, совместно с самостоятельными конкурентами, то они вели активную борьбу за муниципальные контракты, они торговались, активно снижали цену вплоть до 70%. А вот по данным аукционам цена была снижена всего на 1%. Отмечу, что за последний год УФАС выявил 9 нарушений конкурентной борьбы. При этом 7 из них – имена, сговор на торгах.